Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала. С вами кто? Мой ник. Ильназ Галиваев и Павел Картанов. Сегодня... Сегодня мы вдовь дебоширим GTA 5. Почему? Почему мы собрались здесь в полтретьего ночи, чтобы подебоширить? Объясните, пожалуйста. И почему мы все еще находимся в этой локации, хотя она была уже в прошлой серии? И, по-моему, пора отсюда сматываться. Давай сделаем это вместе. Вау. Сейчас соревнуемся в плавании. Я, как всегда, выигрываю, а Моник отстает. Ну, в принципе, ничего нового в жизни происходило все точно так же. Пока он где-то на задних планах барахтался, играл, так сказать, в жизни роли второго плана, я являлся настоящим победителем, пока он там что-то... Мейджора Рио 2011 по Доте. Кстати, сейчас я возьму машинку и поеду. Моник, я тебе клянусь, я поеду. Хорошо. Блять, короче, пиздую нахуй по ним стрелять, они меня заебали. Я хочу просто взять. Механика. А что так мало летят расстояния? Я сейчас позвоню Михалычу. Запомни, сейчас я позвоню Михалычу. Ой, мне тогда стал мой вид, если честно. Да пошел ты. Блять, Легию можно вызвать? Ой, ой. Он мне сказал, it's coming at you, и у меня все взорвалось. Если мне доставят ее. Блять, он ничего походу не доставил. Он, видимо, испугался. Ой. Он. Что за хуйня? Можно как-то внешний вид, пожалуйста, изменить? Просто я уже изменил. На всю жизнь, я так думаю. Где, блять? Дайте, пожалуйста. Блять, с этими бомбами, блять. Это хаешки. Джеки. Меня Хаймер сбил. Я верю. Хорошо. Я рад, что ты веришь. Я сегодня буду гламурным пидором. Почему? У меня двери просто сами открылись по себе. Нормально? Так, сейчас штаны. Брюки членос. О, блядь, я модный сегодня. Блядь, посмотри просто на этого ебана, которого я сделал. Измени одежду, пожалуйста, чуть-чуть. Просто чуть-чуть. Поменяй хотя бы, блядь, вверх. Хотя бы цвет. Просто уже реально съебал. Чуть неожиданное такое, знаешь. То или там другое. Только давайте что-нибудь из мокасин. Блядь, ой, из мокасин сейчас ебану. Красные мокасины, блядь. Вот то, что нужно. Вот прям подходит. Я такой жгучий перец, блядь, прям как мои ботинки. Так, где шляпа? Отлично, бренды. О, потрясающе. Ну, не то, что надо. Шлемы, защитные наушники, банданы, береты. Ковбойскую шляпу здесь не хватает только. Вот, просто охуительно. Такой, блядь, Антонио Бандерас просто на минималках. Хотя нет, что-то красные хуйня не смотрятся. Надо что-нибудь другое. Кассино, блядь. О! Нет, блядь, тоже какая-то хуйня. Во, оно. Все отлично. А. Моник, ты. Тебе хорошо? Да. Чем это может помочь? Нет. Нет, тебе посоветовать психолога, если ты скажи. Нет, что-то не так сказать, что ли? Ну как сказать? Там все не так. Там все хорошо, как раз. Там не может быть все хорошо, там все по умолчанию плохо. Вот твоя машина стоит припаркованная. Там нет моего. Чего? Там нет моей машины. Да нет, вон она там стоит до сих пор. Кстати, я перекрашивал свою Элегию, только я забыл, как я это сделал. Я перекрасил синий-белый, блять, какой же уродство, ну ладно. Флаг свободной России, кстати, блядь. Только сейчас понял, во что я перекрасил. Ну, так сказать,
немножечко актуалочки. А ты что там, в магазине ходишь все еще? Да. А, нет, не думал, что ты умственно отстал. И ладно, сменим местность уже наконец, съедем отсюда. В пустынную даль. Прямо от первого лица, как завещали, как Need for Speed играли. Как пацаны ломали, но не сломали. Ну что-то пришло. Меня домогается Лестер. Тихо. Все, все нормально. Бля, посмотрите на эту Элегию, это же просто гениально. Бля, вот такие зволы, вот это пассия, вот это драйв, вот это трюки, вот это энергия. Перфекто, перфекто. Перфект, просто. Unbelievable. Ну что творит эта машина? Вы просто посмотрите, как изящно снимается здесь капот. Господи. Какая красота. А чтобы это стало возможно, я покупаю билеты на авиасейлс. Здесь много таких же хуесосов, которые хотят полетать подешевле, а заплатить поменьше. Моник, ты как там? Нет. Ты вошел в раж и меняешь образ по-лютому? Угу. Ты стринги, что ли, надел? Реально? Что ты там надел? Блядь. Ковбой выпал. Помогите ковбою. Ты уверен в своем решении стать геем? Да. Правда? Угу. Я бы никогда в это не поверил. Тебя заставили. А как ты пришел в ЛГБТ-сообщество? Отказал. Можно мне? Туда же, где и Егор Дюдяев. Что, у тебя долго? У тебя пинг? Нет. Мне что-то другое. То есть ты над чем-то другим уже угораешь там, без меня? Я переоделся, конечно. Окей, я уже лечу смотреть на тебя. А, я, кстати, уже чуть-чуть частично пропалил случайно. Потому что я на Z нажал. Там видно ебало. Ты чё? Я так понял, ты фул красный там. Мальчик опасный. Для девочек прекрасный. Ты где? Братиш. Так не пойдет, так не годится. Вот это мастерство. Блять. Как слон. Ну, ты летишь, как ты, давай сюда. Я тебя вижу. Я здесь. Блять, меня дымится в вертолете. Частично задел, но все это ерунда. Нет. Садись. Нет, ты сел. Как ты? Что с тобой? Подожди, дай выйти просто посмотреть. Тихо, только не на винты. Нет. Вот. Просто. А что с трусами? Ой, блядь! Я пострелю, дебил. Ты после этого уже не должен жить, прости. Я случайно хуй пострелил. Я не хотел. Брат, я не хотел, я тебе клянусь. Случайно вышло. Бес попутал. Все случайно было. Блять, да подожди, я сам себя убью. Ёб твою мать. Я в реку уехал. Что? Там мою воду притупал. Не, а ты видел?
Я на обломке вертолета проехал через всю реку. Я ее пересек полностью. Ты можешь меня забрать? Тут женщины напуганные. Ух ты, сейчас я ее здесь изнасилую. Опа. Оп. Насильник, маньяк, убийца. Бля, мне быстрее к тебе самому добежать, по-моему, чем дожидаться помощи. А можно здесь вызвать... Что, простите, самолет летит? Бля, самолет. Это твой личный? А где? Что? Ты самолет заказал? Ничего не заказывал. А кто приехал тогда? Блять, почему? Я тебя понял. Вот да. А я такой вольно наблюдатель, чисто прибежал. Я просто знал, что сейчас происходит. Я вижу просто. Я вызвал себе машину. Блять. Где это? Кого ты хочешь найти? Бля, они здесь все. Что ты делаешь? Расстреляйте его. Почему вы его не трогаете? Здравствуйте. У меня баллистическое снаряжение. Я понял, что у тебя баллистическое снаряжение. А, вот просто замечательно. Блядь. Просто идеально. Я вот так... Ой, что я случайно. Ты по мне начал стрелять? Бля, я... Это гениально. И как ощущения? Что ты делаешь? То есть тебе любые выстрелы все равно? Алло. Алло. Тебе любые выстрелы, типа, пофигу? Да нет. Я вижу. Интересно. О, там мужик, я за ним поехал. Помог чуть-чуть. Ты можешь сбить вертолет? Какой? Вот этот. Не сбил. На помощь. Ой. Потрясающие кадры. Так сказать, потрясающей уникальностью. По-моему, пора искупаться тебе немножко, не, братан? Ой, блядь. Ты ебанут? Блядь. Блядь, урод, едь. Опа. Шноркеля не было, а все равно выжил. А ты искупался там, не? Нет. Почему? Ой. А тебе нормально вообще? Да. Я тебя чуть не шиб. Я не знаю, потом тебя убил. Так я не хотел тебя сбивать, я тормозил. Мне сейчас джип конфискуют. Мой Гелендваген. Блять, вон он стоит, как его могут конфисковать? Что здесь происходит? Почему ты устроил какой-то мордор здесь? Ну а чё? Потому что я могу, что ли? Да не надо, оставь, оставь! Блять, ну был бы боевой гелик. Блять. Ладно, возьму копуску. Я буду их машину утилизировать пока что. Утилизатор, программа утилизатор. Давай, утилизируй туда. Она до того берега... Утилизатор. На чём прикол? Она до того берега доплыла. Она работает. Юлий Пидоренко. Юлий Пидоренко, как тебе такое? Ладно. Блять, ну чё у меня Гелендваген взорванный, заебал ты. Что? Нормальный?
Сука. А что? Так ты выжил? Да. А, ты сдох? Да. Хули ты сдох-то? Я с пистолета всех порешал. Почти всех. Мне просто бегут. Ко всем. По мне не стреляй, блядь. Ай, блядь. Тут ты... Меня а сейчас звезду дали, я ничего не делал. Мне звезду дали. Мне дали звезду просто так за что-то. Ну тебе пизду дали. Что за хуйня? Абдулахмед тебе выдал свой котлет, и все получилось. И котлет. Механичку сейчас позвоним. Почему я не могу подогнать им тачку? Вон там чуваки толкают свои машины вообще. Лишь куда ехать. Тебе жалко машину привезти? А, у меня записи не началось даже. Поздравляю. Ну и что, я записывал? Что? А, интересное состояние машины у вас. Часто началась? Из GTA выпрыжу. А? А что ты, блядь, нахуй ты выключил-то? Я имею в виду в плане OBS свой. Блядь, зачем я это сделал? Понятно. То есть ты зажестил, сдох. Ебать, там без бампера на стиле машина. Что ж, а на этом замечательном эпизоде, фрагменте, так сказать, моменте, две серии провели на одном и том же месте с Моником, GTA 5. Мы будем потихонечку оканчивать к концу и вторую серию. Вторая серия какого-то разъебайства, лютого. Успешное сохранение. Хорошо. А у тебя успешно сохраняю? Да. Костя, кстати, любит пить семенную жидкость. Ух ты, все, это смерть. Похоже, я умер. Ладно, я еще жив. Все хорошо. А нет, не все. Просто погоня, ты видел какая. До встречи и увидимся в следующих сериях. Скажи всем пока. Да, всем пока. И всем пока. Он ли вышел, а я продолжаю. Итак, сейчас мы все-таки должны довести эту погоню до конца. Мы должны скрыться. Мы должны уйти от этих псов правосудия. Заехать в твоих машин. Блять, стреляю. Ну что? Ну, вот и все. Запомните меня таким, каким я был. Всем спасибо. Посмотрел. И всем пока.